А я сейчас вам покажу, как на туалет готовилось нападение. Если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по туалету. 4 стенки. Сейчас я вам покажу. Я вот карту принес. Можно ли устроить революцию в школе? Устроить-то, конечно же, можно, но она очень быстро закончится после того, как классный руководитель позвонит родителям вашего главного революционера. Однажды человек будет за все, что он сделал или сказать, нести ответственность. Это все пишется. Это пишется. Мегабайты информации у Бога, они все в порядке. Там ничего не пропадет и не исчезнет. В каждой людине есть свой уникальный талант. Головне не здаватися і кожного дня робити хоча б маленький крок до своєї мрії. Вірте у себе, і ваші мрії здійсняться. Можливо, все. Так, добрий день, діти. Оце приходжу в кожну групу і починаємо заняття з того, що уточняємо, хто є хто. Понаписують не своїми іменами, а підсумкові оцінки ж треба ставити. Так, Доместос – це хто? Святий Млинчик. Поняла. Чихуахуйониш, син Чихуахуа. Хто? Ага. Хорошо, волшебна клізма. Поняла. Віддамся за 50 коп. Оксана. Сосок Адміна. Поняла. Кунг-фу падла. Кунг-фу падла, хто? Признавайтеся мені. Угу. Інтим не предлагать. Веслоушкіна, тобі його ніхто й не буде предлагати, так що ти своїм інтимом, той інтимний прищик, вони... Заходить до хати, бабай волохатий, бабай волохатий, заходить до хати. Шановні пане президенте, дозвольте, будь ласка, вам задати... О, прошу. Просто тільки що вернувся з Києва, ще в воздух свободи не вилітрився. Наприклад, давайте. Давай. Що це наш останній вечір разом, але я точно знаю одне. За розставанням обов'язково будуть зустрічі. Не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте. Бен, людям в Україні стоїть панікувати чи ні? То есть, ты думаешь, мы сможем дать пизды всем, кто влезет на нашу территорию? Yes. Да все, завали свой ебасос ебаный, ты, блядь, мразь ебучая, блядь, съебись нахуй. Путин президент мира! Минут через 5 женщина начала кричать, блядь, люди, рятуйте, поможите. Хочу говорить, русский военный корабль? Русский корабль. Иди нахуй. Иди нахуй. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже, уже на шерсти закорела все. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов не был нанесен превентивный удар по позиции противника... А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар... А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов не был нанесен превентивный удар, то Беларусь... О, ну шо ж ти так? Ну казав же тобі, четверте рево буде лишнє. Вставай, я пивка тобі приніс, похмелимся. Ніякого, блядь, пива! Вова, давай вставай, бери тряпку і пиздуй свої риги прибирай. Як же обідно, казали ж мені люди, не скидай. Отак ти, значить, Вова, поступаєш. Позичив тобі 20 гривень і ти с'їбався, да? Я ж це так не оставлю, я тебе знайду. Дідуля, там перший сніг, біжим на вулицю. Стоять, блядь! Вот. Стоять! Быстро домой! Блять, а я хотел сегодня с Кузей погулять. Кузя тоже не пойдет на улицу. Кузя дохнет от холода. И Кузя, и Пчеленок, и Мила. Все дохнут. Я никогда не увижу своих друзей. Ну почему же никогда? Через 3 месяца ты уже сдохнешь. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Парад Победы!
Ура! На Красной площади военнослужащие воздушно-десантных войск открывают прохождение курсанты Рязанского гвардейского... Не хочется плакать. Через два часа Украины не будет. Всей полностью! Два часа, уже кого снима! Барабаны бьют. Да-да-да-да. Ох, ничего себе. Классно, прикольно. Школа в упадке, взятки, порядки. Нам такое образование не нужно. Мы переможемо. Вечір добрий, 11